Ну что, дорогие друзья, душевное спокойствие и уверенность в себе. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Мой такой ресторан La Cafe de Beauty. Сейчас приготовила себе клёцки, сделала клёцки. Вот сейчас буду их кушать, сварила. Кстати, клёцки у меня с пюре из гороха и немножко добавлено гречки. Так что вот. Сейчас буду их кушать с подсолнечным маслом и имитированной красной икрой. Читать еще раз, уже, так скажем, для моей творческой студии позитивного мышления, книгу основателя, одного из основателей позитивного мышления Норманда Винсента Пила «Путь к уверенной жизни». Это одна из книг моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки». Я открыла эту книжечку в интернете. Ее можно прочитать в интернете бесплатно, я так понимаю. Вот на Яндексе. Сейчас я поближе поставлю свет. Красиво тут заснять. Сейчас посмотрю. Красиво. В общем, клёцки из гороха, пшеничной муки. Немножко добавила, так скажем, кашку. Я ела вчера гречневую, так что вот. В общем, сделала здесь клёцки. Сейчас варю себе супчик. Я сварю красную фасоль. Сейчас буду варю красную фасоль. В общем, буду варить себе, готовить щи. Сейчас надо мне выставить правильный свет, правильно выставить освещение. Сейчас я это видео быстренько загружу. Ну, вот, на мой канал YouTube, на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис. Мактум Сайфуддин через дефис. Клёцки я буду кушать с имитированной красной икрой и заварила себе еще чай с бергамотом. Я сделала такой дизайн, чтобы такой бэкграунд красивый был. Такие дизайны. Вот такие вот дела. Красиво себя показать. И пейзажи. Как сейчас нужно выставить красиво свет. Чтобы меня было хорошо видно. Знаете, здесь все связано и с розеточками, где розетки, куда подключить и освещение, и мой ноутбук. Так что вот, здесь много таких вопросов, нюансов. Так что вот, или так, если я сделаю так, нет, все-таки нужно себя показывать крупным планом,
общем, что крупным планом? А здесь, если я буду читать, что Норман Винсент Пил. Позитивное мышление для уверенной жизни. А, это путь к уверенной жизни. А, даже другой перевод. В общем, введение. В течение длительного периода автор имел возможность работать со многими людьми, занимаясь современными проблемами личности в самом сердце величайшего города Америки. Он руководил, значит, нужно свет все-таки ближе поставить, чтобы лучше это. Сейчас я уже поняла. Так что вот, ну хорошо. Сейчас я выставлю свет, как раз сколько здесь получается, 6 минут. Чтобы сделать, может, 8 минут позитива. А, кстати, я получила на моей странице Фейсбука Татьяна Л. Поздравления от Димы. Это, по-моему, ваша открытка, знаете, там туда быстро загрузилась сейчас мое то видео, которое я засняла сегодня. Этот Фейсбук предложил мне такие воспоминания, мои такие фотографии, кстати, детские фотографии. Обратите внимание, на моей странице Фейсбука загрузила, я уже их загружала. Фейсбук сегодня мне предложил это снова как-то опубликовать, мои детские фотографии, такая маленькая. Вообще в Америке, вообще в моей квартире какая была яркая окраска. Так что вот, такие фотографии. Я быстренько-быстренько прошлась, смотрю сообщения на Димы с Рождеством. Дима, я тоже вас от всей души поздравляю с Рождеством. Сейчас я еще об этом скажу в моем следующем видео. Так что вот, очень приятно, конечно, получать поздравления. Такие вот дела сегодня Рождество. Ну, кто отмечает, кто нет, знаете, как советский человек, советские люди, они как-то немножко привыкли. Им праздник, знаете, вот отметить праздник, знаете, вот это вот. Новый год, старый Новый год, Рождество, и, в общем, католики, не католики, а кто-то может и как бы и отметить в том смысле, ну, в позитивном. В позитивном все-таки праздник, в общем, как-то вот так. Вот советские люди, они не были избалованы, это вам не Америка, они не были избалованы, знаете, вот праздниками. Поэтому, конечно, хочется, знаете, такой феерии, праздника. 8 минуточек позитива. Со мной Татьяна Салмановна Мактум Сафи.